Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал «Переезд Краснодара» в Краснодарский край. Канал для тех, кто планирует перебраться в город Краснодар, либо в его ближайшее окружение на постоянное место жительства. Напомню, что работаем для вас как с домами, так и с квартирами, как с готовыми, так и со строящимися в самом Краснодаре в радиусе 60 километров от него, а также по Черноморскому побережью, от Темрюка до Новороссийска. Сегодня мы с вами находимся в центральной районной станице Северского района, станица Северская. Станица большая по численности населения, около 30 тысяч по официальным данным переписи 2021 года. Станица... вся инфраструктура, все абсолютно свое. Школы, садики, больницы, поликлиники, стационар, парки, там кафешки, рестораны. В общем, социальная инфраструктура, но здесь есть все. По работе тоже все в порядке. Будем смотреть с вами жилой дом. 80 квадратных метров по первому этажу с возможностью мансарда. У нас там еще 43-50. Дом в отделке до поклейки обоев. Самый классный такой ремонт, когда обои только осталось поклеить, а все остальное уже сделано. Стоимость объекта составляет 6 миллионов 200. Участок у нас 4 сотки. Ну, смотрите, несмотря на то, что 4 сотки, выглядят они очень достойно, потому что дом мансардного типа и не занимает много места на участке. Впереди дома огромная придомовая территория, несмотря что участок небольшой. Здесь и для сада места хватит, и для каких-то там качельки, да, беседка, если нужно. По коммуникациям у дома здесь у нас все центральное, газ, света подключено. А вода, кстати, здесь не центральная водичка, здесь будет скважина. Скважина на 25 метров. Подсыпка гравийная сделана к дому. Дом посажен на участок вот так, что он к задней стенке стоит. И получается весь основной наш участок, которым мы пользуемся, он, соответственно, перед домом. Вот необходимые метры от соседа забора здесь у нас все соблюдены. Здесь также все метражи необходимые соблюдены. По стройке, да, давайте пройдемся. По периметру у дома везде бетонная отмостка. Дом на ленточном фундаменте, 80 сантиметров лента, цоколь, плита, вижу, залита. Далее идет строительство дома, самого стен. Внутри блок, сверху облицовочный кирпич. Двухскатные крыши в данных проектах домов, поскольку дом мансардного типа. На крыше лежит металлочерепица. Фронтоны подшиты профлистом. В целом, внешне такой симпатичный домик. Система водостока также сделана. Ну что, давайте будем заходить в дом и осматриваться внутри по планировке. В целом, планировка у дома по первому этажу очень удобная. 80 квадратных метров вполне достаточно для двух спален по планировке здесь и огромной кухни-гостиной. Смотрите, здесь оставили большую площадь для коридора. Удобно будет разместить и прихожку здесь. И вот в данной площади, ну, вообще становится понятно, как же сделать мансардный этаж, потому что вот этот угол прям просится вот здесь, да, образовать лестницу на второй этаж и заполнить там еще 50 квадратов жилой площади. И, соответственно, под лестничным пространством здесь может быть зона прихожей, гардеробной, ну, как нравится. Ну, либо оставить вот в таком варианте дом, как он есть. 6200, напомню, стоимость данного объекта. Везде на полу лежит ламинат, стены выведены под предчистовую отделку, под поклейку, под покраску, кому как нравится. Установлены нижние плинтуса, натянут везде матовый потолок, установлены точечные светильники. Давайте будем осматриваться по планировке. Это первая жилая комната с правой стороны. Ой, какая светлая. Когда вот светло, прямо совсем по-другому. Розеточки все выведено, освещение, прибор осветительный повешен, да? Ламинат лежит, ну, в общем, поклеить осталось обои. Дом в таком состоянии, что к Новому году можно вполне себе заехать, поклеив обои, установив мебель. Далее переходим в следующую жилую комнату. Широкая, большая, просторная. Ну, прямо как расположиться здесь по мебели, наверное, вообще не возникнет никаких вопросов. По ремонту, так же, как и по всему дому. Стены до чистовой отделки. Далее. Здесь у нас интересный вариант санузла. Санузел раздельный для тех, кто это любит, а кому важно. Площадь данного помещения, ну, здесь зона туалета должна быть, я думаю, квадрата 3 здесь у нас. И площадь ванной комнаты порядка 4 квадратных метров. Стены облицованы плиткой, плитка на полу и также потолочек. Так, переходим с вами в зону кухни-гостиной.
большое, достаточно просторное помещение. На отопление у нас работает здесь газовый котел и также на горячую воду двухконтурный газовый котел. Система теплого пола по кухне-гостиной, прихожая и санузлы. Данная площадь подразумевает под себя, ну, видимо, зону готовки и столовой. А вот сюда через диван, ну, как бы вот здесь у нас должен быть, да, диванное место, и вот сюда телевизионная зона. Ну, в целом, такая интересная прямоугольная гостиная. Дом мы с вами весь осмотрели в станице Северской. Напомню, что стоимость его составляет 6 280 000 квадратных метров по первому этажу. И есть у нас возможность мансардного этажа в данном доме. До школы, до ближайшей 59-й, здесь порядка 15 минут пешком. На машине замеряли порядка 4 минут. Там же в одном квартале детские сады. Ну и в целом, за как преимущество, да, вот прямо за самим жилым этим кварталом находится клуб загородного отдыха. И в этом клубе загородного отдыха, ну, отдохнуть, понятно, приезжают сюда из Краснодара в том числе, но также там много всяких детских кружковых секций, типа танцы, хоккей, гимнастика, что-то такое. Ну, в общем, деткам, если что, с детьми вы здесь окажетесь, то есть чем позаниматься, это прямо в пешеходной доступности. И там же конечная маршрутки, которая идет через всю станицу. И, собственно говоря, если про школу, то на маршрутке можно добраться деткам до школы, чтобы их не возить. И там по пути следования порядка 3 школ. Ну вот, в общем, все рассказала вам про данный жилой дом. Если готовы рассмотреть такой объект, пишите, звоните, с удовольствием вам его покажем, уже здесь вживую все расскажем. Вы подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на уведомления, вот здесь колокольчики. Ну и, конечно, наш телеграм-канал, ссылочка на него всегда ниже. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».